Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Елена. Предлагаю вам посмотреть маленькое видео. Видео «Спасибо Инночке Бродери». Я участвовала в конкурсе на ее канале «Вышивальные фантазии». И Инна всем участникам конкурса выслала 3 отреза равномерки, швейцарский шоколад и открытку поздравления с Новым годом. Очень приятно, я была, конечно, очень рада получить такой подарочек. Это мой первый подарок от рукодельного ютуба. Ни одну посылочку я ни от кого не получала еще и в конкурсах не выигрывала, поэтому очень-очень-очень рада, тем более такой замечательный подарок, равномерку. У нас в городе, к сожалению, такой ткани не продают, надо заказывать где-то в интернет-магазине только. Поэтому Инночке огромное-огромное спасибо. Она так аккуратно упаковала эту ткань, 3 отреза разной длины. И посмотрите, как красиво она положила, что вот действительно, смотрите, как смотрится, видны все отрезы ткани. Края Инна оверложила уже, но очень все здорово. Такая светлая кремовая ткань, потемнее и такая вот серовато-коричневатая, я так бы сказала, ткань. Она более плотненькая. Очень-очень я рада. У меня аж перехватывает дыхание. Посылочка из Франции. Открытка с видами Франции, с природой. Очень-очень здорово. Море, о котором я мечтаю. Так я ни разу не была на море. Ну вот, Инночка мне прислала такую открыточку и здесь поздравила еще и с Новым годом. Написала от руки, что безумно приятно. И, конечно же, шоколад, который уже требуют мои сыновья срочно попробовать. Я сказала, нет, пока я не поблагодарю Инночку, не покажу всем, что я эту посылочку получила, что все в порядке. Шоколад будет лежать пока у меня. И вот я быстренько снимаю видео сейчас, и мы идем пробовать этот шоколад. Инночка, спасибо тебе еще раз. Желаю тебе самого-самого доброго. Пусть тебе обратные подарочки полетят теперь от нас, со всех уголков мира. Инна, спасибо тебе еще раз огромное. Обязательно теперь попробую вышивать на этой ткани. А вам всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Пока-пока.